пятый раз в городской администрации состоялись публичные слушания по проекту бюджета Иваново на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов. Как и прежде, главный финансовый документ сохраняет социальную направленность. Порядка 56% денежных средств направят на сферы, которые определяют качество жизни горожан. Как и раньше, пополняться городская казна будет за счет налогов. Бюджет на 2013 год сформирован с предельным дефицитом. В 2014 году дефицит составит 4,6%, в 2015 году бюджет формируется без дефицита. Но источниками финансирования дефицита бюджета города будут служить заемные средства. Соответственно, по годам 943, а в 2014 и 2015 году 1,107 млн рублей. Перед тем, как проект главного финансового документа вынесли на суд общественности, состоялись отраслевые слушания. Городской бюджет обсудили по нескольким направлениям. По итогам слушаний на образование, спорт, культуру и молодежную политику дополнительно выделили около 60 миллионов рублей. 25 миллионов направят на реконструкцию детского сада по улице Велишская. Вот в этом районе, значит, у нас будет в следующем году проведена реконструкция вот этого учреждения, где функционировало медицинское учреждение по обслуживанию детишек. Вот. Они у нас будут переведены, а это помещение мы дадим под детский садик. Это достаточно будет крупный детский комбинат, порядка на 240 мест. Также дополнительные средства изыщут для увеличения заработной платы бюджетников. Муниципальные надбавки в 2014 году получат работники детских садов и специалисты учреждений дополнительного образования. Повышение зарплаты также могут ждать сотрудники подведомственных учреждений городских комитетов по культуре и спорту. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.